Привет, друзья, с вами снова Грузин, да-да-да, и сегодня будет крутая реакция, я уверен уже 100% на трек Suicide Boys, да, всеми любимые Suicide. Вчера они дропнули новый клип, как раз кто-то недавно у меня в комментариях просил реакцию на Suicide, но так как я у них уже все просмотрел и прослушал, что можно было, этот трек я тоже слышал, но клип не видел, сейчас надеюсь... Вместе с клипом это будет еще круче смотреть и смотреться и звучать. Ну чё, погнали, ребят? Да, мне здесь нравится часть, когда Руби просто залетает. Это просто, блядь, жестко. Сука. Охуенно, ребята. Блядь. Даже вот так на картах надо слушать Suicide. Слушайте. Сука, охуительно. Блядь. Ёбаный в рот. One color, two numbers, three fingers in the sky. Тут нечего говорить, пацаны, вы сами все слышите. Вот сейчас еще круто будет, слышите? Блять, какой же он крутой, сука. Close my eyes. Блять, охуенно. Да, сука, я еще раз включаю. Ребята, это не реакция, это просто раскачивание называется. Ладно. Ребята, сука, это охереть как годно. Однозначно 10. Я этот трек слышал, но, блядь, он опять... Он каждый раз как по-новому вставляет тебя, я не знаю. Это потому что просто годно, блядь. 200 тысяч просмотров. Вчера дропнули клип, 200 тысяч просмотров. 43 тысячи лайков. 190 дизов, блядь. Ну, это дауны. Блядь, вот этот... Блять, мне жестко вставляют. Блять, Руби просто демон. Ну, ребят, короче, бля, сори, ладно, я что-то вообще раскачался. Ну, вы сами понимаете, это, под это нереально просто сидеть. Даже если, мне кажется, ты никогда не слышал Suicide, когда начинается бит даже сам, и потом они начинают просто его уничтожать. Этот бит своим голосом, блядь, своим охерительным флоу. Ты просто не можешь оставаться равнодушным и не можешь не раскачиваться под это, понимаете, блядь? Потому что это Suicide Boys, твою мать, блядь. Блядь, как же они делают это круто. Мне нравится, что они... Кто-то скажет, что у них все одинаково звучит, но это нихера не так. Они разноплановые. Они вот... У Скрима, который первый читает, вот он может, у него есть такая фишка, он может делать разный флоу. Ну, то есть он может делать такой прям охереть, какой грубый голос, короче, может наоборот более такой лайтовый. А Руби это, блядь, вообще отдельная история. Он может, блядь, и запеть, блядь, и просто там, я не знаю,
нереально круто зачитать, прям, блядь, каждый биток поиметь своим голосом. Это реально талантливые челы, и тут я хз, что сказать. Они, наверное, одни из лучших просто в своем деле, чисто вот в том, что они делают, мало равных и тех, кто может конкурировать с таким флоу, с таким продакшеном, с таким всем, блядь, вообще. Поэтому десяточка тут, ну, однозначно. Ребят, раскачивайте суисайдов. Я, по сути, ничего не сказал. Клип, ну, я даже клип, чё, ничего не буду говорить. Клип, ну, чисто в их стиле. Понимаете, когда играет такая музыка, когда такой инструментал, ты как бы, картина, она уже уходит как-то на второй план, понимаете? Но в любом случае это снято неплохо. Чисто в их стиле, они придерживаются своего стиля. И это дорогого стоит, потому что, блядь, большинство, те, которые начинают с чего-то годного делать, когда у них уже какая-то аудитория собирается, их поддержка, ну, их база такая, фаны их, они уже пытаются что-то другое делать. Ну нахера что-то другое делать, если вы лучшие в своем деле, делаете то, что вы делать умеете, за то, что вас полюбили. А вот они красавцы, потому что они делают это, блядь. И тут просто no comments, как говорится. Так что, ребят, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Это дикая реакция на Suicide Boys. Все подписываемся на канал Грузина. Ставим лайки мне, ведь я вас всех люблю.